Святаго Духа, во имя Отца и Сына и Святаго Духа, аминь. Господу помолимся! Господи Боже, Отец наш, и Тему же излияние, лишь излияя Иаков на камень, Его же поставя на стол, и Дом Божий на речи благоугодное приятно быть, призни молим Тися, и ныне милостивно, да и лейся, и ныне и небесным Твоим благословием благословяй святи Его, и дашь Ему силу благодати при седах этого Духа, Поеже бы всем мне, все тем, славу Твою помазываем освященно, и благословенно, и Тебе благоугодно и приятно было, щедротами единородного Сына Твоего, с ним благословенности, с пресвятым благим же творящим Твоим Духом, и не пресно и во веки веков. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, аминь. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, аминь. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, аминь. Благоволи Господи, Иисусе Христе Боже наш, знаменем страшным и силой креста Твоего оградитесь месту сему. Слава Тебе, распятого Бога нашего и Твоего безначального Отца и Пресвятаго Твоего Духа, и ангел всегубительных и вся сопротивная сила да отступят от Него, яко Твоя, Твоя есть держава, и Твое царство, и сила, и слава. И сила великого Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, ныне и присно, и во веки веков. Господу помолимся. Господи Боже, Вседержителю, прообразивай же зло мое севом, честный же творящий крест, возлюбленного Сына Твоего Господа нашего Иисуса Христа, сам благослови и освяти место сие, силою действием честного же творящего древа водного, крестного, еже снабди окропление честной крови Сына Твоего, в отгнание бесов и всякого сопротивления, сохраняя место сие на нем Тебе, служащих от всякого зла невредимо молитвы и преславные владычи нации Богородицы Преснодевы Марии, яко благословись и прославяйся Царство Твое, Отца и Сына и Святаго Духа ныне и присно, и во веки веков. Оль возлюбленное население Твое, Господи, сил желать и скончивается душа моего дворе Господне, сердце мое, плоть моя возрадовалась о Боге живи, ибо птица обрети себе храмину, и горлица гнездо себе, и где же положи птенцы своя, алтари Твоя, Господи, сил царю мой, Боже мой, блажен живущий в дому Твоем, веки веков восхвалят Тебя, блажен муж и мужи есть заступление Го Тебе, восхождение сердца свое положи, во идоль плачевное место еже положи, ибо благословение дал закона, полагай, пойдет от силы силы, явится Бог Богов Сионе. Господи Боже, силу, слыши молитву мою, внуши Божий Яков, защитничи наш, вещь Божий, призи на лице Христа Твоего, яко лучший день един во дворе Твоих, паче тысячи с воли приметайтесь в дому Бога моего, паче неже жителями, селение грешничек, яко милость и истину любит Господь, Бог благодати славу даст, Господь не лишит благих, ходящих не злобим. Господи Боже, силу, блажен человек, уповай на Тя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно во веки веков, аминь. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Господу помолимся. Господи Иисусе Христе, Сыне Бога живаго, истинный Боже, сияние и образы безначального Отца, и животи вечные, краеугольные исы, камень от предчистые, девические горы без рук, мужеского семени отсеченные, и непозыбленное своя церкви основание, и же излиянием честные Твоя крови свою церковь основал, если и смерти же воздвиг воскресением совершил, вознесением благословил, со свечной же святаго этого Духа осветил, и расширил ее еси. Тебе ныне смиренно молим, посли благодать святаго этого Духа, и благослови положение камени сего, и все основания начинающего здания,
слава Пресвятая Твоя, Пресвятая Твоего имени, молитые Пресвятые Владычицы наши, Богородицы и Преснодева Марии, и Ты мне, в честь Успения, Пречистая Владычица наша, Богородица и Преснодева Марии, и Ты си, и же си, Альфа и Омега, начало и конец, и же исконе всяческое созда, будет начало умножения и совершения делу всему, читером же и делателем благослови, и делу рук и поспеши, и вся потребная к сооружению и совершению храма святого Твоим, божественным промыслом изобильно умножи, якогда будет храм совершенный, полн Твоей славы, и в нем прославится Твое Пресвятое великолепое имя, с Отцем и Пресвятым Духом, благословенно сущее всегда, ныне и присно, и во веки веков. Благословляется камень всех отныне, священного Одиссея, в непоколебимое основание храма, созидаемого во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Благословляется камень сия крапления священной воды сия в непоколебимое основание храма, созидаемого во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Благословляется камень сия крапления священной воды сия в непоколебимое основание храма, созидаемого во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Основайся вся церковь, честь и память, Успение Пресвятые Владычицы наши Богородицы, при Патриархе Московском и всея Руси Кирилле, при Блаженнейшем Митрополите Ануфрии, при Святительстве Высокопреосвященнейшего Митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря, при губернаторе города Севастополя Сергея Ивановича Миняйле, при ктиторах Святаго Храма Сего, Жаходзе Александре Шотовиче, в лето от сотворения мира 7524 года, от Рождества же по плоти Бога Слова 2016 год, февраля месяца, дня 13-го. Вышний основай всю церковь, Бог последний я, и не подвижется, поможет ее Бог утро за утро. Благословенно и знаменно будет место сие в дом молитвенный, в честь и слава Бога, в Троице сей славного Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.
Храм Божий – это место пребывания Бога. Храм Божий – это место нашего спасения. Храм Божий – это место, где мы, впервые приобщаясь ко Христу, приобщаемся таинству Святаго Крещения. В Храме Божьем мы встречаемся с Богом через таинство покаяния и таинство причащения. В Храме Божьем мы встречаемся с Богом, исцеляясь от недуга во время наших болезней в таинстве елея освящения. В Храме Божьем мы соединяемся друг к другу, мужчина и женщина, выполняем установленный закон Бога и становимся единой плоти через таинство венчания. Храм Божий – это последнее место нашего покаяния, где возносятся последние земные молитвы о нас, провожая нас в Царство Небесное, провожая нас к Богу. Храм Божий – это место по отшествию нашего из этой земной жизни, где совершается молитва и где эта церковь воинствующая, земная, то есть вы, мы, живые люди, ведь Господь говорит, что там, где двое или трое во имя Мое, там и Я посреди вас, совершает молитву и спрашивает у Бога прощения наших грехов, облегчая нашу участь и по нашей загробной жизни. Храм Божий – это наша Вселенная. Храм Божий – это та лестница, которая возводит нас от земли к небу. И дай Бог, чтобы вот это первое начинание, это первый модульный храм на территории Севастопольского церковного округа. Модульный храм, который очень достаточно быстро возводится, и впоследствии, когда формируется крепкая община, когда формируется крепкий приход, рядом с такими модульными храмами, по примеру нашего града Москвы, и уже сооружается каменный большой величественный храм. В городе Москве существует такая замечательная программа, которая называется 200, то есть строительство 200 храмов на территории города Москвы. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, благословляя эту программу, назвал эту программу доступности храма, то есть шаговая доступность храма. Как часто в нашей жизни встречаются, в нашей житейской жизни встречаются бури, когда мы не знаем, что нам делать, как нам поступить. Иной раз человек совершает страшный грех самоубийства, иной раз человек совершает страшный грех убийства, но когда пред ним возникает храм, когда он выходит из своего дома и видит крест, на котором был распят Христос, крест, на котором он принес свою искупительную страшный подвиг, крест, через который Господь воздвиг нашу плоть, крест, через который Господь совоскресил всех нас. Человек, крест заставляет человека одуматься, остановиться, прийти в храм, увидеть священника или увидеть образ Божий, икону, помолиться и остановиться от этого страшного поступка. Храм Божий – это еще в народе называется врачебница или лечебница, куда приходит человек и исцеляет свою душу. Я сердечно хочу поблагодарить сегодня, прежде всего, конечно же, губернатора города Севастополя, вице-губернатора города Севастополя Евгения Георгиевича Дубовика, руководство Нахимовского района, руководство градоуправителя нашего города, которое отвечает за выделение земли, за разрешение на строительство, за ту поддержку, которую вы оказали сегодня Русской Православной Церкви в начале такой благодатной программы. И дай Бог, чтобы Господь, приумножая ваши силы, давал возможность всем православным христианам иметь возможность прийти в храм. Иной раз мы слышим глас людей, еще не нашедших Бога, немного ли храмов в городе Севастополе. Если бы храмы были пусты, мы бы их не строили. Если бы храмы были не востребованы людьми, мы бы их не строили. Но нет ни одного храма в городе Севастополе, который был бы пуст и который был бы не востребован. Сегодня в городе Севастополе уже построено 40 православных церквей.
И нет ни одной церкви, которая в воскресный день, в праздничный день, когда туда собираются все православные христиане, была бы пуста. Нет ни одной воскресной школы, в которой бы не раздавался детский смех, которая не наполнялась бы нашими детьми. Поэтому нам с помощью Божью, с помощью нашей паствы севастопольской предстоит созидать храмы для того, чтобы общество наше было нравственно чистым, чтобы в нашем граде на высоком уровне находилось духовно-патриотическое воспитание, чтобы люди наши знали заповеди, которые дал Господь, чтобы люди знали закон, который дал Господь, над которым изиждется, собственно говоря, земной закон наш. И дай Бог, чтобы все это в Севастополе почивало благодатью Божией, чтобы здесь был мир и было благоволение Божие. Всех вас сердечно еще раз поздравляю с этим важным событием для града Севастополя, с первым строительством модульного храма. И еще раз надеюсь на поддержку и наших властей, надеюсь на поддержку тех людей, которые и материально помогают в строительстве созидания храмов. Сердечно благодарю отец Михаил через вас и тех людей, наших московских друзей, которые помогли нам созидать этот храм. Дай Бог, чтобы то соработничество, которое у нас началось между в духовной сфере, между городом Москвой и городом Севастополем, чтобы оно продолжалось во благо наших людей, во благо русских людей, православных людей, живущих в нашем Отечестве. Всем вам многих лет жизни, и дай Бог, чтобы Господь сегодня укрепил ваши телесные и духовные силы всем пришедшим помолиться в этот ненастный день. Но очень благодатный для города Севастополя, потому что любая капля дождя, она попадает в наше Чинореченское водохранилище, и мы в спокойствии проводим благодатно целый год и молимся в следующем году, чтобы Господь продолжил вот благодатное и шествие из небес влаги для нашей жизни, без которой мы жить не можем.